Уверен, тысячи подобных разговоров состоятся вечером 21 июня. Узнаешь себя? Так, Лен, ты мне лучше скажи, мы в Питер 8 сентября едем? Тогда давай билеты и гостиницу заранее забронируем, пока дешево. С оперолем на веранде зависнуть? Ну, я бы с радостью, но мне нужно утром в Икею сгонять. Выбрать стол, шторы. Завтра утром надо будет только зайти на кафедру и прославить последний экзамен автоматом. А вечером гуляем. Даже не верится, всего каких-то 3 года я дипломированный хирург. А сейчас остановись. Буквально на минутку задумайся и представь, что сегодня ночью твоя жизнь и жизни всех, кого ты знаешь, поменяются раз и навсегда. Свое хирургическое образование я заканчивала в окопах и полевых госпиталях. Мне приходилось вытаскивать людей прямо с поля боя, ассистируя по 16 часов. И было всего 2 оценки – выживет или нет. 8 сентября фашистские войска замкнут кольцо и отрежут город от остальной страны. За следующие 871 день от бомбежек и голода в городе погибнет до 1,5 миллиона человек. С большинством наших я так и не увижусь. Никогда. А там, где сейчас стоит Икея, будут стоять противотанковые ежи. А я выбирать, где разместить пулеметное гнездо, чтобы его не накрыло первым артиллерийским залпом. Ценой огромных потерь мы отстоим столицу. Самое главное счастье сегодняшнего летнего вечера заключается в том, что все это мы можем только попытаться представить. Зажги свечу в память о погибших героях. Сайт деньпамяти.рф